О том, как провести выходные, нам расскажет традиционная рубрика «Афиша» и ее ведущая Дарья Мешкова. Привет, Даша! Наконец-то наступило лето. Как посоветуешь провести первый летний уикенд? Дима, привет! Уже в первые выходные сезона нас ждет много интересного. Сейчас расскажу поподробнее. В 17:00 3 июня в кинотеатре «Искра» Московский цирк представляет новое шоу «Солнечный круг», посвященное памяти солнечного клоуна Олега Попова. В программе принимают участие артисты московских цирков, лауреаты и призеры международных фестивалей и конкурсов, а также дрессированные животные и веселые клоуны. Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра. При покупке 5 билетов 5 мест предоставляется в подарок. В этот же день, 3 июня, в Большом зале детской школы искусств пройдет отчетный концерт учащихся преподавателя Виктора Романовича Котовича. Начало мероприятия в 12:00. И еще в этот день музей-заповедник Горки Ленинский приглашает всех желающих на кукольный спектакль и электрошоу «Фиксики против энергоглота». Приобрести билеты можно в кассах музея. Начало в 12:00. 3 июня на улице Садовая, дом 5, будет проходить митинг-концерт в поддержку здорового детства, экологию детям. Нет локально-очистным сооружениям в жилом комплексе «Эковидное». Приходите всей семьей. Начало в 12:00. Вас ждет открытый микрофон и концерт. Специальные гости мероприятия – Рада Рай и Игорь Шаров. Здесь же для детей будут организованы батуты, конкурсы рисунка на асфальте и веселые игры. А в Центральном парке отдыха города Видное 3 июня пройдет игровая программа «Здравствуй, лето!». Желающих хорошо провести время ждут в 11:00. В это же время площадка перед кинотеатром «Искра» встретит взрослых и детей веселой игровой программой, а также мастер-классами с песней «В лето». Приглашаем всех желающих. А вот в 12:00 на улице Ольховой возле детской площадки у дома номер 11 состоится развлекательная программа «Сезон улыбок» или «Прыг и лето». С этой же игровой программой в воскресенье в парке «Сосенки» можно отлично повеселиться и поучаствовать в мастер-классах 4 июня в 12:00. Территориальный совет молодежи «Завидное» приглашает в Центральную районную библиотеку на праздничную программу для особенных детей 4 июня в 12:00. «Сезон улыбок» или «Прыг и лето». Музей-заповедник Горки Ленинский представляет музыкальные сезоны в горках. 4 июня в 14:00 состоится концерт «Танцевальная музыка разных времен» Московской областной филармонии. Приобрести билеты можно в кассах музея. В рамках чемпионата России по мотоболу 4 июня пройдет игра «Металлург» против «Агрокомплекса». Болельщиков ждут в 17:00. Вот так активно у нас начинается лето, а я обязательно загляну в Центральный парк города Видное. Спасибо, Даша, а я пойду болеть за нашу мотобольную команду.